Температура воздуха наконец-то добралась до стабильных плюсовых отметок, а значит, пришло время большой уборки. С центральных улиц города коммунальные предприятия вывозят снег. Чтобы как можно быстрее на дорогах исчезли лужи и грязь не портила настроение автомобилистам, рабочие предприятия «Ресурс» убирают последнее напоминание минувшей зиме. Основная цель – вывести снег с центральных улиц города, и чем быстрее, тем лучше. Поэтому техника работает с самого утра. А вот предприятие благоустройства свои территории уже привело в порядок. Это общественные места – парки, скверы и площади. Самое большое – мы убрали снег с площадей, с мест общего пользования вывезем. Больше практически, больших объемов не предвидится. То есть сейчас уже ждете, когда все растает? Ну да, и будем готовиться к цветочным делам. К посадке цветов и весенней уборке приступит и новая техника, которая на днях пришла на предприятие. Это уже второй новый трактор, который будет задействован на уборке территорий. Покупка значимая и долгожданная. Ведь старая техника уже давно с трудом справляется с поставленными задачами. Она, во-первых, трудозатратна, денег много на ремонт уходит, потому что по 20 с лишним лет старой техники уже. Ну, вот администрация обновляет парк. Надеемся на приобретение еще 2 единиц техники. Каких, пока говорить не буду. Увидите. Анастасия Махнашина, Евгений Присяжнюк, Павел Тимофеев, НТС Ирбит.